Президент Петр Порошенко ветирует изменения в Трудовой кодекс. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цыголко. Президент считает провокацией решение парламентского комитета по вопросам соцполитики, исключившего из кодекса антидискриминационные нормы. Порошенко заверил европейских коллег, что такие изменения в парламенте не поддержат. Напомню, 15 марта комитет принял поправку в Трудовой кодекс о запрете дискриминации, но пункт о сексуальной ориентации и гендерной принадлежности исключили, а именно эта поправка одна из ключевых в вопросе безвиза с ЕС.